Правда в том, что мы должны оказаться на самом краю смерти, чтобы выжить. Ее появление осталось незамеченным, но с нее все началось. Они везде, они среди нас, они преследуют нас. Суд. Человек приговаривается к смерти игрой в кости. Что происходит? Не знаю. Мы такие же узники, как и вы. Вы должны пойти со мной. Кости выпали на тебя. Что это значит? Бросай кости. Вставь патрон в барабан. И пусть судьба распорядится жизнью Роберта. 5, 4, 3, 2, 1. Все кончено. Все кончится, когда я скажу.